Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду! Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя — Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни на меня, не такой, Николаус. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Я осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты — мой отец. Чудесный морской бриз. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Раз что ты... Ну-ка, проверим паруса! Быстрее! Дороги! Слушай, весла! Там вроде что-то ценное! Готовь весла! Дай мне пару!
поднять парус! Стреляй по команде! Пиратов сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где его найти? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю. Будь осторожней! Там полно пиратов! Стоит отправить Икара разведать обстановку. Он найдется. Причаливаем! Вот и он. Бери деньги и за работу. Вроде подходящий.
он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность набрать в команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. Долгий путь способствует отдыху. Но ведь это не по нам. Если захочешь развлечься, почитай мой судовой журнал. Я записываю все, что представляет интерес для отважного капитана. Мы кое-что нашли! Изменила Грецию. То спартанцы и афиняне, то разбойники и пираты. Боги, спасите нас от самих себя. Парус убрать! Путь! Афинские корабли перекрыли путь к бухте! Быстрее! Ожесточенных боев.
британцы собираются с силами, чтобы вытеснить Афинян из региона. Финский пес Перикл боится вас, прячется в Парфеноне с драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни Афинян в Мегариде сочтены. Он знает, что дальше черед Афин. Ты прорвал блокаду Афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чем ты говоришь? Волк мой отец, так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провел меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я был рядом и почувствовал запах возможностей. А я чувствую только ложь. Ты наемник. Вы все приезжаете сюда, чтобы попытаться убить волка. Зря ты здесь высадился. Я подумал, что вы не откажетесь от помощи опытного наемника. Мы спартанцы. Нам ничего не нужно от таких, как ты. Но отец учил меня использовать все возможности. Быть может, ты пригодишься. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках Афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Твой отец, кто он такой? Николаус, волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышал о нем? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин и великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Как успехи в войне?
Блокада Афинян должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка мы победим. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы — наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Я готов служить. Вместе мы обеспечим победу Спарте. Ты не совсем обычный мистик, правда? Как раз то, что нужно, чтобы справиться с этим проклятым афининином. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинян на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинин на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим? Отправь афинских псов к Аиду, Мистий. Сделай это, и Волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Добраться к Волку, нужно помочь Стендеру одолеть Афинин. Не буду терять время. Смотри, куда едешь!